В Институте развития образования провели областное педагогическое совещание. Встреча прошла в онлайн-формате. Педагоги подвели итоги прошлого учебного года и обсудили планы. По словам специалистов, сейчас главная задача – сделать так, чтобы теоретические знания ребенка выражались в знаниях практических. Готовить школьников к ЕГЭ важно, однако это не самоцель. Ребенок должен быть здоровым как физически, так и психологически. Тем не менее, выпускник должен полагаться не только на учителей, но и на себя. А формат дистанционки можно и нужно осваивать дальше. Что касается онлайн, вы знаете, значит, очень полезный был опыт. Он очень полезный. Он фактически взрывной, революционный, значит, опыт. Было тяжело. Столкнулись с бытовыми проблемами. Столкнулись с проблемами дисциплины, контроля. Отсюда качество, может быть, знаний и так далее, и тому подобное. Но значит, сегодня всем понятно, что это новые уже технологии, без которых процесс обучения невозможен. По словам организаторов, главной целью совета стала консолидация опыта и знания педагогов. Как рассказывают эксперты, за период дистанционного обучения семьи сплотились, потому что родители помогали детям. Кроме того, новый формат помог школьникам стать дисциплинированными. Если мы вот в этих условиях научим все-таки самостоятельной работе детей вместе вот в сообществе с родителями, конечно же, с учителями, которые будут задавать вектор этому, то результат будет очень серьезным. По словам специалистов, чем больше школьники и учителя осваивают онлайн-формат, тем лучше. Ведь такой опыт всегда на пользу. В этот день педагогов региона, которые добились наиболее значимых успехов, наградили почетными грамотами и подарками. Также для них провели видеолекцию о ведущих приоритетах и тенденциях в сфере образования.